поскольку сердце учащается, частота сердечных сокращений, давление увеличивается, то есть приток крови увеличивается в пещеристые тела. И вот, глядишь, через некоторое время непонятный какой орган увеличивается практически в 4 раза. Так вот, размеры не зависят от генетических. Размеры зависят от того, насколько сердечно-сосудистая система, насколько быстро она может войти в форсированный режим работы. То есть, насколько быстро идет наполнение пещеристых тел. То есть, когда они заполнились кровью, увеличивается приток. Вспоминаем, в школе была такая задачка про бассейн, да, и две трубы. В одну притекало, из другой вытекало. Так вот, приворота помогает, что она увеличивает объем притока в 3 раза. То есть, скажем, что приток идет 3 литра в час, а природа сделала так, что отток практически прекращается. То есть, пол-литра, ну, совсем застой не должен быть, а пол-литра в час. Вот это называется время эрекции, время возможности работы сердечно-сосудистой системы в форсированном режиме. То есть, насколько долго вот этот процесс у мужчины может фиксироваться. От этого зависит и размер, и выносливость. Потому что ладно, если это 3-4 минуты, а если нужно 40 минут, а то и больше, в зависимости от обстоятельств и темперамента, да, еще от того, кто рядом, вот от этого и зависит сила мужчины. И никакая простата в этом процессе не участвует. Никакой простаты здесь нет. Простату здесь лечить совсем не надо. Что надо заниматься чем? Сердечно-сосудистой системой. Заниматься надо сердечно-сосудистой системой.